такие вот моменты, когда я сижу краснею очень сильно. Все всегда ругают. Так, фильтруем, что ставим. У нас над пациентом всегда есть телевизор. Я, например, просто взял и уснул. Доктор выбрал не тех бабок, да, так скажем. Особенно глаза котика, это было, это просто нечто. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Уркембаев Мирас Абдуллаевич. Я являюсь главным врачом клиники Добродент, филиале на Новой Турагырова. Мы посмотрим на мою реакцию на стоматологический ТикТок. У меня нет аккаунта в ТикТоке, я никогда им не пользовался. И будет очень интересно на это сегодня посмотреть. Вот мне уже подготовили видео, сейчас мы вместе посмотрим. На прием можно? Можно. Только я без очереди. Хорошо. И без бахил. Хорошо. И медкарту не завел. Хорошо. И какая должна быть здесь моя реакция, да? На прием можно? Можно. Только я без очереди. Ну, в данном видео мне очень сильно понравилась, наверное, все-таки тематика. Ну и харизматичность данного доктора, если он вообще доктор. У него такой классный взгляд. Очень смешной. Можно. Ну, когда он сказал «можно» детским голосом, это было еще смешнее. Так, ну что ж, давайте следующее видео смотреть. Все нормально, все хорошо, сейчас будем драться. Но это все-таки, наверное, видео из жизни, когда ассистент нечаянно роняет конструкцию какую-то дорогостоящую, при том, что это, как правило, бывает всегда, роняем всегда самое дорогое. Ну, это, наверное, с этим я сталкивался в жизни, ну, не знаю, ну... Ну-ну-ну-ну-ну! Очень много раз, то есть, когда ставят какую-то песню, клип, у нас над пациентом всегда есть телевизор. И обычно ставим, там, пациенты просят, ставьте что-то новое, да, там, современное, и там, поставили, и начинается вот... Вот такие вот моменты, когда я сижу краснею очень сильно перед пациентом. Ну, молодые пациенты, им нравится, в принципе. Ну, я ассистента всегда ругаю. Так, фильтруем, что ставим, чтобы не было, или чтобы хотя бы была цензура какая-то. Доктор выбрал не тех бабок, да, так скажем. Дальше. Я, можно еще раз просмотрю этот момент? О, господи. На, придумывают же. Видео называется «Когда пациент уснул в кресле у стоматолога», да, когда работаешь. Есть такие моменты, и это когда... Ну, на самом деле это классно, мне это нравится, когда пациент тебе полностью доверяет, он спокоен, и он до такой степени расслаблен, что он тебя, например, просто взял и уснул. Это классно. Ну, подача очень классная, мне понравилось. Дальше пошли. Ну да, это реакция практически у каждого второго пациента нашего, поэтому это очень классно, особенно. Особенно вот этот котик. Особенно глаза котика, это было, это просто нечто. Так, дальше пошли. Очень классно, очень классное видео. Дорогие друзья, вот и просмотрели все стоматологические видео ТикТока. Мне очень сильно все понравилось, очень ярко, очень красочно. Очень хороший человек, он очень affordable, очень important для сегодняшнего economy. Подошли с творчеством, с юмором. Да, конечно, от стоматологии немножко далековато, но есть моменты, где взяли из реальной жизни стоматолога. Я считаю, это на самом деле очень круто. От просмотренного я аж сам загорелся снимать такие видео, и надеюсь, в следующий раз мы с вами встретимся в ТикТоке. Спасибо вам большое за то, что вы уделили время, посмотрели данное видео. А с вами был Мирас Абдуллаевич, стоматология Добродент.